зовут Константин, я главный тренер школы бильярда, школа чемпионов. Это город Харьков. Вот, сегодня мы запускаем серию бильярдных видеоуроков. Вот, и эта серия очень большая, она состоит из 4 главных тем. Вот, и сейчас я расскажу, из какие темы мы будем разбирать в общем. Вот, и самая главная тема, которая интересует игроков, которая интересует начинающих бильярдистов, это как правильно и как быстро, качественно поднимать свой уровень бильярда. Ну, во-первых, нужно понимать, что такое уровень и какие бывают уровни, да, в мировом масштабе понимания. Все уровни делятся на первый уровень, начинающие, это аматоры бильярдным спортом. Вот. Затем идут любители, потом эксперты, профессионалы, маэстро, виртуоз. Вот. Но какой бы уровень, какого уровня вы не хотели бы достичь, первое нужно понимать, то есть из каких слагаемых и он состоит, и какие качества нужно развивать в себе. Вот каждое качество – это одна тема, которую мы будем разбирать на видеоуроке. Вот, ну, представьте себе, что уровень – это как формула, как сумма, сумма слагаемых. Да? Ну, первая слагаемая, которую нужно в себе развивать – это техника игры на бильярде. Вот. Что такое техника игры на бильярде? Это книжный вариант терминологии, да? Это совокупность теоретических пониманий и практически отработанных навыков игр. Вот. Вторая тема, которой мы посвятим наши уроки, это серийность игры. Вот. Ну, среди бильярдистов это звучит как кладка. То есть процент забивания шара. Как бы ни для кого не секрет, что бильярд – это серийная игра. Вот, и это отдельная составляющая техники, которую нужно развивать себя. Третья тема, которую мы посвятим, это психология спорта. Наверное, самая сложная из всех тем, вот, потому что важна индивидуальность человека, и как бы, не только его индивидуальность, а еще мир окружающий, в котором он живет. Что такое психология спорта? Это наука, изучающая внутренний мир спортсмена. Психология – это наука, изучающая мир человека, соответственно, спортивная психология – это наука, изучающая мир спортсмена. Вот. И четвертая тема – это тактика игры на бильярде. Тактика игры на бильярде – это уже совокупность знаний предшествующих поколений, нынешнего поколения игроков и лично своего пошагового мышления. Вот. А теперь как бы каждую тему отдельно мы начнем. Сегодня у нас тема техника игры на бильярде, и я попробую рассказать сейчас теоретический курс вот в этот урок, а потом, соответственно, начнем проводить как бы уроки, да, и из техники игры сегодня мы разберем такие вот вопросы, самые распространенные в интернете, насколько я слышал, да, это как правильно держать кий, как правильно стоять в стойке и как правильно разбивать пирамиду. Вот сегодня мы попробуем снять такие вот уроки. Школа чемпионов. Billiarder.com.ua.